В последний путь актрису также проводили сотни россиян, они пришли в театр с букетами белых роз. В Москве простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой. В 11 утра толпы поклонников с букетами цветов выстроились в живую очередь перед дверьми театра «Сатиры». Именно там прозвучали последние аплодисменты в адрес актрисы, прославившейся благодаря роли в фильме «Сказание о земле сибирской». Затем гроб с телом доставили на Новодевичье кладбище. Сотни человек пришли с цветами, это люди самого разного возраста. Веру Васильеву знали, ее любили. Художественный руководитель театра «Сатиры» Александр Ширвин тоже появился в зале, несмотря на то, что в последнее время чувствует себя неважно и часто болеет. Он сказал слова соболезнования, подчеркнув, что Вера Кузьминична была эталоном. Проститься с актрисой пришел ее коллега, актер театра «Сатиры» Юрий Васильев. Он назвал Веру Васильеву великой женщиной и великой актрисой. На сцене театра был замечен и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он возложил букет белых роз к гробу знаменитости. Рядом с гробом актрисы сидели ее близкие люди. Судьба распорядилась так, что детей у нее не было. Вера Кузьминична нашла родственную душу среди поклонников. Много лет назад она познакомилась с Дарьей Милославской. Юрист по профессии стала ее крестницей, а она сама называла ее ангелом-хранителем. Дарья Милославская стала ей дочерью и заботилась об актрисе до самой смерти. Напомним, Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. В театре она служила с марта 1948-го. За эти годы на родной сцене она сыграла свыше 60 ролей. С актрисой зал простился громкими аплодисментами.